Да, Сергей Васильевич Матвеев. Прежде всего, пожалуйста, несколько слов об игре. Добрый вечер. Что сказать по игре? Первый и второй тайм мы очень плохо начали. И даже пропустили в первом тайме быстрый мяч, что, наверное, позволило Динамо сыграть, так скажем, больше своего, наверное, плана, потому что Динамо вышло пять защитников, и, наверное, быстрый мяч им только помог в осуществлении их плана. Ну, если говорить так, то, наверное, результат был закономерен, и была тяжелая для нас игра после перерыва, и каждое единоборство, и очень непросто, и результат закономерен, то есть, и я рад, что вот первый матч Николая Александровича закончился положительным результатом для него, и хочется пожелать ему удачи. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Наверняка вы готовились к одному Динамо, изучая его, да, вот пять защитников Динамо вышло, три центральных. Это стало сюрпризом, и как готовились? Вы готовы? Да, мы понимали, что у Динамо тоже есть определенные кадровые проблемы, не играли игроки, и плюс мы понимали, что возможно матч, все-таки мы являлись фаворитами в этой игре, если так говорить честно, то возможно, что мы ждали, что выйдет три центральных защитника, тем более зная Николай Александрович, он очень довольно-таки прагматичный такой человек, и я думаю, что он сделал то, что сделал. Поэтому мы ожидали этого. Еще вопрос, коллеги? Пожалуйста. А вот затянутое начало матча, это все мероприятия и так далее, так повлияло на подвох? Ну, наверное, концентрация все-таки после таких мероприятий немножко падает, возможно, как-то это и сыграло некую роль, но всегда для двух команд одинаковые условия, поэтому здесь этого, наверное, не надо. Еще вопросы будут, коллеги? Спасибо, удачи, всего доброго.